Всем здорово, с вами Android Androidыч, продолжаем рубрику «Играем с Android Androidыч», играем в какую-то игру, в которой вы будете брать полицейскими, поэтому посмотрим, что у нас получится. Так, ну что, погнали. Так, копс написано, копс. Давай быстрее грузись, идиотка. Так, как мы управляем нашим автомобилем? Блин, вот... Приходится планшет держать маленько не так. Вот так держим. Окей. А, это тренировка. Понятно. Так, вот так мы с вами управляем. Кстати, как графика-то красивая, смотри. Так, это мы можем вправо-влево. Окей. Так, вправо-влево. Понятно. Назад отклоняем, и наш полицейский автомобиль может ускоряться. Окей. Так, первое задание мы с вами выполнили. О, смотрите, что-то нам дали. Какую-то полезную штуку. Давайте посмотрим, что там. Ого, полицейский автомобиль. Первый был типа тренировочный. Так, давайте я кое-что сделаю. Чтобы не было музыки, потому что там маленькая это музыкальные... Треки, за которые могут придраться ко мне, а по авторским правам. Ага, вот этот автомобиль. Так, мы можем его улучшить. Давайте его улучшим. Еще давайте улучшим. Есть. Ой, до 11 даже. И чё? А эти... Ого, улучшить можем. Так, хэви. Давайте улучшим его. Вот, теперь крутой у нас стал. Окей, давайте. Погнали. Погнали. Так, что у нас тут есть? Так, какая-то машина смоталась, и мы должны ее догнать. Сейчас давайте догоним ее, догоним. Так, маленько звук убавим. А тут микрофон очень чувствительный. Так, давайте, погнали, будем догонять. Давай, бор... Ах ты, скотина, стоять. Не очень необычное управление. Есть. Легко и просто. Что там? На раз-два... Так вот, громко. Так, окей, повышается уровни. Ну тут, мне кажется, донат все равно присутствует. Так, что же мы с вами получим в этот раз? О, еще один автомобиль. А я, кстати, зря золотые монеты все потратил за раз. О, а вот смотри, монетки дали, отлично, отлично. Так. Короче, надо выполнить все остальные. Так, а здесь что такое у нас? Как вот защищать автомобиль? А давайте что-нибудь, что это такое у нас? Дополнительная помощь. Ну, мы справимся без нее. У нас получится и так все легко и просто сделать, да? Ну, давай быстрее грузись, дура. Так, ага, это перевозит бабло. И я должен сопровождать этот автомобиль. Так, сейчас какие-нибудь бандюги на нас нападут, я так думаю. Или нет, фиг вы поймешь. Так, к управлению уже практически я привык. Давай. О, смотрите, водичка, смотрите. Симпатичная графа. Я же, кстати, я буду бортовать. Ну-ка, я сейчас разгонюсь. Давайте. Давай. Так, пока все нормально, пока все чуки-пуки. А нет, могу спокойно ездить перед автомобилем. Легко. Пока очень-очень простые миссии, как я понимаю, это просто для начала. Так, повысить опять. Что там постоянно дают вообще? О, у меня же другой автомобиль есть. Я вспомню, два уже автомобиля есть. Ой, золотишко. Вот эти постоянные загрузки уже достали, отстаньте от меня. Давайте выберем какой-нибудь другой автомобиль, вот на этом. Вот и красный. Неужели он красным цветом, что ли? Так, что-то еще у нас есть. Дополнительные всякие полезные штуки. Ага, этих надо поймать, это бандюги. Бандюги. Так, ладно, погнали дальше. Так. Ладно, сейчас посмотрим, что... Стой. А, седан. Блин, автомобиль, я не понял, поменял уже что-то. Туплю что-то я. Понятно, надо преследовать его.
А, наверное, в круге надо... Ой-ой-ой-ой, могу. Надо, короче, как понимаю... Понятно, я должен находиться рядом с ним вот эти сколько-то секунд. Отлично, то есть я не должен был его касаться. Миссии очень все краткосрочные. С одной стороны это плюс, с другой стороны минус. Да что мне опять дают-то? Блин, седан, тут один и тот же автомобиль, непонятно, что-то дают, дают. Непонятно, что-то прям надавали, ну-ка. А, нет, другие у меня автомобили есть. А как вот их выбрать, непонятно. Ладно. Последняя миссия осталась, вот, кстати, наж... А, вот их несколько городов будет. Так, как выбрать автомобиль-то? Ага, во. Додумался. Неужели додумался, а? Так, что-то у нас делать надо, интересно, интересно. Что интересно делать? Так. Какие-то подсказки, вот смотрите. Так, так. Пока все легко. Ай-яй-яй-яй. О, как можно нифига себе крутиться. Ай-яй-яй-яй-яй. Вау, наш автомобиль крутой. Так, 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 так. Есть. 16 подсказок всего собрать надо. И все, и миссия будет пройдена. И, скорее всего, может, какие-то новые миссии, что ли, откроются или город. А у нас, кстати, время идет, если мы не успеем, наверное. А, во, время прибавилось, смотрите. Так, а надо как-то найти. Вот еще подсказки. Так, еще. Чтоб тебя заклинило-то, а? Да блин, у моего КПМ автомобиля имеется жизни, да, которая у меня потихонечку тратится. Так, еще две подсказки. Так, и последняя подсказочка. Ты где? Ай-яй-яй, весь город раздолбаю пока. Отлично, я сделаю. Сейчас посмотрим, что там у меня откроется. Так, третий ранг уже. Так, что это опять дали нам? Автомобиль, что ли? Да, что-то непонятно. Седанами раздаются, раскидываются, непонятно. Может, машина разбивается или что? Так, открываем. А, это какие-то вознаграждения. О, вертолет. О, монет, монетка, монетка. О, еще какой-то джипок. И что? Ага, смотрите. Так, давайте посмотрим, что там мне дали. А, ну это же непонятно, что дают. Что это такое, человечек какой-то? Во, я хочу посмотреть, что это за такая миссия. Что там с вертолетом связано? Ну, провести расследование. Давайте проведем расследование. Так, едем пока все. Ну, не едьте передо мной, я чуваки. Видите, я еду, полицейский. Это что такое? Вот этого что ли завалить надо? Сейчас завалим, давайте его завалим. Стрелка вообще в другую сторону показывает, непонятно. Это что? Параллельная миссия. Я, кстати, сейчас уже сдохну. Есть. Я сейчас уже сдохну. Ай, лобовуха, еще маленькая. И капец мне настал. Но буду преследовать до конца, до конца. Ой, что-то мне кажется, я куда-то не туда еду вообще. А, тут несколько миссий, понятно. О, жизнь восстановились, отлично. Несколько миссий надо выполнить одновременно. Там догнать полицейского. У полицейского. Автомобиль какой-то, каких-то бандюк. Теперь надо сопроводить этот автобус. Ну, что ж вы мешаете-то мне, а? Так, 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 так. И долго я могу... Эскортинг. Ага, очки. Очки мне прибавляются. Так. Ну, непонятно. Да, блин, я сейчас опять сдохну. Я не хочу умирать. О, мин... Угу. А что за придурок преследует?
Блин, что-то тут непонятно, какой-то дурдом творится. Сколько надо? Или тут просто как бы выполняю разные миссии, я выполняю. Могу, как я понимаю, к любой миссии перейти. Хотя стрелка показывает. Давайте попреследуем этот автомобиль, то мне уже... О, наконец-то, все, мой автомобиль. Кирдык ему! Кирдык, мы сейчас попробуем другие миссии. Так. Да отстанет от меня. Так, так, так. Так, что тут? Могу... Я хочу на этом... На джипе поездить. Это что у нас такое? Это понятно, грабитель банка. Вот это я хочу. Вот это я хочу погнать. Давайте посмотрим, что там и как там. Что за автомобиль такой у меня? Автомобиль. Джипок. Преследуем. Преследуем кого-то. Преследуем. Так, что это такое? Время пошло. Пошло время. Он даже подлагивает, представляете? Да ты... Во, вижу подозреваемого. Преследую, преследую. Стоять, скотина, стоять. Сейчас мы тебе в жопу... Вот так тебе. Ну, что-то маленький-маленький урон я нанес ему. Надо как-то сбоку его... Вот, вот так тебе. Стоять, сказал, братан, стой. Хуже будет. Говорю, хуже будет. Не веришь, что ли, а? Давай, 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 давай. Ну куда ты поехал-то, а? Просто остановись. Бомбардовать. Скорость у меня медленная, блин. Я, блин, свой этот джипок-то не улучшал. Поэтому еле-еле тарантайка моя, блин, едет. Да, пока догоню ее, конечно. Стоит пройдет. Давай, давай, давай. Почти догнал, почти догнал. Да, блин. Догоню, поймаю, прибью. А, реально, время-то кончается. О, прибавилось. А, гаденыш, а, гаденыш, стой, гаденыш. Я чувствую, я его уже не догоню. На своей тарантайке, на этой... Он от меня уходит, уходит, уходит. Вот скотина. Да, блин, а? 20 секунд осталось. О, нет. Я верю, все равно верю. Да, верю, что продую я. Давай, 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 инвалид. Еще маленько, 18 секунд. Давай, давай, догоняй эту скотину. Есть! Ха-ха, есть! Есть! Я сделал это. Тяжело, конечно, было. О, о. А что такое? А, дальше, что ли? Оказывается, тут несколько миссий. Блин, а время-то кончается. Кончается то время-то. Время-то кончается. Давай, 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 давай. Блин, ну я точно уже не успею. Я не знаю, кого там и как. Поедем напрямик. Мы ничего не боимся. Вперед! 30 секунд осталось. Ну, сейчас доедем, хотя посмотрим, кто там и что там, и с чем его едят. Что это такое? Понятно, 20 секунд осталось. Да что ж такой большой город-то, а? Город просто громадный. Вот ради интереса доеду, ради интереса. Что это такое? Давайте сюда. Вау! Ой, мне кажется, я не туда заехал. Все, на этом, я думаю, я больше никуда не приеду. Все, машину я раздолбал, разломал машину я. Да, прикольная, интересная гоночка. Так, поугарать, поездить. Много различных автомобилей. Ну, давайте посмотрим, сколько их автомобилей. Ух ты, нифига себе. Вау, нифига себе, есть даже фургон с мороженым. Чего только нет, смотри, пинг, седан, автомобили просто дофига. Ну, чтобы их открыть, нужен донат. Ну, короче, если вам понравился мой летсплей, вообще эта рубрика, ставьте лайки.
Чем чаще будете ставить лайки и больше просматривать, тем чаще буду выпускать данное видео. Прошедшие видео как-то очень мало набрали лайков, просмотров. Ну, людям, может, неинтересно, я не знаю. Но я буду все равно стараться выпускать такие видео. А с вами был Android Androidыч. До скорых встреч!